Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем вам, как правильно заменить испаритель в баке от стартового комплекта iJust S. Испаритель нужно менять, как только вы чувствуете привкус гари, если вкус стал не такой насыщенный или количество пара значительно уменьшилось. Итак, приступим к замене испарителя. Для начала нужно открутить бак от батарейного мода. Это делается для того, чтобы во время замены испарителя жидкость не попала в коннектор, в USB-порт и кнопку Fire. После того, как мы открутили бак, батарейный мод можно отложить, так как сейчас он нам не понадобится. Теперь можно вытереть атомайзер с помощью салфетки и перевернуть его, чтобы жидкость не вытекла во время замены испарителя. Как вы видите, база выкручивается сразу с испарителем. Далее откручиваем сам испаритель и выбрасываем его, он нам больше не понадобится. Теперь нужно протереть базу салфеткой, но лучше всего промыть ее в холодной воде и вытереть насухо. Теперь берем новый испаритель. Аккуратно вкручиваем его. Теперь нужно пропитать испаритель жидкостью. А пропитывать мы будем жидкостью Iced Out. Начинаем прокапывать наш испаритель. Тщательно пропитываем каждое отверстие. Это нужно сделать для того, чтобы при первых затяжках испаритель не перегорел. Теперь накручиваем его на батарейный мод и прокапываем еще раз. После нажимаем на кнопку Fire. Благодаря этому мы полностью избавимся от посторонних привкусов и запахов. Теперь нам остается накрутить бак и все, устройство готово к использованию. Надеемся, что наша короткая инструкция помогла вам. С вами был Сигарет Нетбай, до встречи на нашем канале.